эти сейчас весенние цветочки цветут, тоже красивые. У нас в Алма-Ате такие тоже росли. Зелено-беленькие. Сейчас темнеет-то уже поздно. Считай, вот сейчас почти 9 вечера и светло. Хорошо. Вот это, оказывается, у них здесь лимонная травка растет. Вот это. Ну, тоже что-то цветет. Это сирень, наверное. Она в жизни как-то ярче, чем на камере. Вот. Здесь тоже прям все озеленилось. Такие квартиры у людей. Кухня открытая. Так. Все прям такое зелененькое. Красивенькое. Что-то цветет. Ой, какие красивые ирисы расцвели. Классные. Тоже что-то зацветает. Вот этот белый такой ирис, красивый, такой крупный. Вообще мощный. Естественно, они все белые или нет. Этот так до сих пор цветет. Все такое пышненькое. А тут тоже сиренька зацветает. Ромашки зацветают. Такие вот. А это что? Тоже красивые какие-то. И глициния зацветает уже. О, как эта трава бушует у гаража. Это я, как всегда, иду в магазин вот этими задними улицами. Это сирень цветет, бушует. Между домами улицы, гаражи, они тут вот паркуют машины. А там тоже вот это дерево синее. Сирень индийская в простонародье называется. О, как расцвела пышно. 9 вечера. Краски не очень передаются. Красные каштаны зацвели, они чуть позже цветут. Вот тоже.